Двум подозреваемым в разбойном нападении и убийстве Михаила Седова, которого дерзким образом похитили, предъявили обвинение. Статья «Убийство группы лиц по предварительному сговору». Как сообщалось ранее, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое местных жителей. По версии следствия, вечером 2 октября мужчины, вступив в сговор с целью завладеть дорогостоящим транспортным средством, прибыли в гаражный кооператив на улице Малахова. Увидев возле одного из гаражных боксов подходящее транспортное средство, они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаилу Седову. После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Статья, по которой предъявлено обвинение, предполагает от 8 лет до пожизненного заключения. Тем временем в социальных сетях появилась неподтвержденная информация об одном из фигурантов. Есть версия, что это 21-летний студент аграрного университета. Расследование дела продолжается.